Анастасия Строкина, «Совиный волк». Глава вторая. Немного о волке Пуба. Самое главное, что о нем нужно знать, он северный и умный. Я даже не пойму, чего в нем больше, севера или ума. Встретить его невероятная удача, потому что такой волк водится только за полярным кругом и редко-редко выходит на открытое место. Поляну или берег, или, например, посидеть на большом камне, покрытом ярким лишайником. У него черные глаза, как будто вырезанные из бархатной ткани, желтоватые клыки и самая обычная серая, жесткая волчья шерсть. Когти у него тоже есть, и если его разозлить, мало не покажется никому. Живет волк Буба, как все другие волки, в норе, которую он обустроил в корнях старого дерева сосны. Эта сосна стоит неподалеку от реки, что для любого волка важно. Они любят пить. Нора его спрятана от чужих глаз ветками, землей, листьями. И захочешь, никогда не разглядишь ее. Никого он не пускает в свое волчье жилище, так что никто вам не расскажет, как у него там, внутри. Можно только представить себе глубокую нору, темную, с потайными комнатками, в которых Бубо хранит что-то ценное, о чем мы даже не догадываемся. Когда мы встретились, у волка болел живот, и он соблюдал мышиную диету. Не ел ничего, кроме щавеля и мышек. «Я уже смотреть не могу на этих мелких хвостатых грызунов», – жаловался волк. «Они, впрочем, тоже меня не выносят. Но что я могу поделать? Живот!» И хотя волк Буба мало чем отличался от обычного серого волка, все-таки он очень особенный, ростом с небольшую сову. И уши у него точно у филина, а вместо шерсти из ушей торчат пушистые перышки. Потому и зовут его Буба-волк или Совиный волк. Хотя точнее было бы филинский, потому что, как он сказал, Буба означает филин на причудливом научном языке. «Ударение на первый слог», — уточнил он. «Если бы я была великаном или даже ребенком великана, Буба легко бы мог бы поместиться в моем кармане. И тогда я бы его назвала «мой карманный волк». Но мне легче представить себя великаном, чем Буба, сидящим в чем-то кармане. Он слишком любит быть свободным, бродить, где вздумается, разговаривать с тем, с кем ему интересно. Молчать с тем, кого он считает близким другом. И уходить, ничего не объясняя, от вредных и зануд. Мне посчастливилось. 4 раза мы виделись, и в одной из встреч он молчал.